Миня стоит. Ты покажи кофту. Это что у тебя нарисовано там? Вот это что такое? А? Какашка, что ли? Это какой-то фрукт. Внутри у него какашка какая-то. Это косточка. А, это косточка? Я забыла, как она называется. Авокадо? Сейчас... Да, авокадо. Сейчас модно авокадо готовить. Куча сыра сейчас готовится и авокадо. Ясно. Ну ладно. Тем временем у нас сегодня... А мне уже открыть важно? Не надо пока открывать. Давай скажем, что это такое. Это посылка. И на этом все. Это посылка. Что она собой представляет? Сейчас мы посмотрим. Да. Она открывает для нас... Может, готовиться нам начать? А то вот говорим как вот пургу иногда. Не, давай. Всегда надо, как есть, так и есть. Без всяких дублей, без всего. Итак, мы решили... Да подожди ты, иди твой в пассатиже, блин. Да что-то было больше много. Я хочу сказать, это анонс новой рубрики на канале. И новый плейлист будет называться. Ты мне скажи, как будет называться плейлист? Ура, клад, нашли клад. Давай лучше первый вариант. Ура, клад. Итак, новая рубрика у нас на канале. Это называется новый плейлист. Он будет называться... Ну, пока он будет называться «Ура, клад». А может, в этой посылке... Да, не знаю я. Итак, а в этой посылке мы сейчас увидим, что... Связанное с кладоискательством это дело. Все? Да, да. Начинай открывать, начинай вскрывать. Наконец-то. Давай, смотрим, как... Смотрим час. Смотрим два. Неправда. Ну, так. Я ей сказал, возьми ножичек, она взяла ножницы. Отстань. Что же там кладоискательного, интересно? Так. Ага. Можно я пока вздремну? Нет. Как? Так. Как плотно заупаковали, а? Потому что берешь ножик и проводишь ножиком, и все. Здесь ножик не влезет. Ножницы тоньше, чем нож. А не надо влезать. Никуда. Берешь ножичек, вот. Я уже открыла. Все. Все, открывай. Смотрим. Ого. Ого. Веревка-то что вешаться собрался? Так. Веревка. Веревка и клад. Так, а там даже написано веревка. Веревка. 8 миллиметров, 30 метров. 30 метров. Ну, хватит, чтобы сдернуться, да? О, тут еще веревка. Так, еще. Это на всякий случай, не надо. Не надо. Это на всякий случай, чтобы надежно было все. Тебе 60 метров, куда веревка, да? Чтобы было надежно, понимаешь? Двойное озеро. Это, нет, понимаешь, есть выстрел, есть контрольный выстрел. Так. Две пары. Ты что, в унитазе клад будешь искать? Три пары перчаток. Тебе зачем три пары перчаток? Как три? Две должно быть. Вот. Двое перчаток. Ё-моё. Вот перчатки и вот перчатки. Ё-моё, блин. Ты что там подзаказывал? Так, давай, давай, дальше, потом мерить. Давай сначала надо вытащить все, на столе все разложить и вот это все. Там что-то есть. Ну, открой, или не надо пока, не открывай. Давай самое основное открывай, вон оно. Да ладно, магнит-то меньше всего. А зачем ты сказал, что это магнит? А тут написано. Да, ребята, это магнит. Мы купили магнит и причиндалы к нему. Пусто. Пусто. Все, выбрасывай коробку вниз. Значит, что мы открываем этой рубрикой? Ой, блин, что сказал? Да, тут даже так и нарисовано. Мы будем искать сокровища на дне наших рек. Что скрывают реки? Какие сокровища и какие клады. И все это, разумеется, будем снимать. Вот такая рубрика у нас открывается. Давай, раскладывай. Она перчатки меряет скорее. Ты магнит достань, давай посмотрим магнит. Встань, у меня своя миссия. Вот. Конечно же, ждем
какой-то вашей помощи. Ну, какой помощи? Те, кто занимается, может, подскажете, как лучше. Может, есть какие-то нюансы кладоискательства? Подводного. Вот и первый нюанс. Ну, тебе для начала какой-то такой экспериментальный прислали. Ё-моё. Ёсик крохотный. Да, действительно, он небольшой. Он совсем маленький. Убери пока болтик. Убери болтик. Покажи магнитик. Так. Он меньше даже моей руки. Вот такой вот небольшой крошечный магнитик. Я, значит, немножечко посмотрел, поизучал эту тему. Специально для мини, для начала, заказал магнит. Это не надо, это убери, пожалуйста, он сливается с коробкой. Коробку можешь убрать куда-нибудь, там ничего больше нет. Да, убери ее куда-нибудь. Вот, магнит, они бывают разные. Вот одну сторону ты мне показываешь, переверни другую сторону, покажи. Вот другая. Разница такая, что у магнита бывает односторонние, бывает двухсторонние. Да? Да. Вот это магнит. Другую сторону покажи. Двухсторонний. Да? То есть, да. Магнитится с двух сторон вот этих. Он небольшой. А, вот. Есть, конечно, побольше магниты, явно побольше. Но для начала я взял для Миньки специально вот такой. Он поднимает... Ой, 150 килограмм. Это магнит на 150 килограмм. 150, то есть меня он тоже поднимет, если я была бы железом? Ну, так заявлено. 150 килограмм, совсем такой вот небольшой, совсем крошечный товарищ. Вот, вот этот болтик, который Минечка сейчас попытается вернуть, он для исследования дна с лодки, то есть вот вертикально с лодки. Вот к этому болту привязываешь веревку. Понятно. Вот. А тот боковой, это с берега бросать. Опять же, веревка привязана. Вот сейчас потеха пошла, ребят. Не лезет. Магнит сильный, братцы, сильный. Вот. То есть надо прикладывать определенные усилия для того, чтобы... Фух, моих сил было достаточно. Хотя бы болт вболтить туда. А вот, поэтому, в принципе, я, конечно, понимал, что я покупаю. Я вот сюда вставлю вставочку. Я сохранил специально скриншот с магазина. Вот это все сейчас вот Минечка стряхнет, вот это и разложит. И я озвучу цифру, во сколько это все встало. Я, правда, ее не помню. Примерно помню, но я сюда вставлю скриншотик. Я его сохранил при покупке. Все-все-все, ты слишком его туда. Это будет... Вот. Да. Вот, теперь этот болтик вынимай совсем. Совсем вынимай его. Совсем? Да. Он нам не нужен. У нас. Тогда зачем я мучилась его оставить? Ну ты же это. Че, лошарами контор. Выкручивай, он нам не нужен, потому что мы не с лодки будем добывать сокровища. Сокровища нации со дна рек. А с берега будем кидать, с берега. Сейчас у нас сентябрь 2020 года. Что-то мы как-то... Нам весной надо было покупать. Там мы под зимку покупаем поисковые какие-то, затеваем дела свои. Ну, мне эта тема близка. Не именно поиска, а именно вот таких вот авантюр. Я и когда в школе учился, много чем занимался таким. Вот. Ну, в то время ничего такого. Так, давай, стряхни все на пол, да, потом подметешь. Просто, чтобы не затягивать это... Да, вот это стряхни, бог с ним, это потом пометится. Так, веревочку одну я уберу, ребята. А одну ты, Ириша, сейчас... Повешусь, да? Вскроет. А, я вскрою. А, повешу. Эх, чё ж, я... Надо было мыло заказать тогда. Мыло везде найдём. Так, открой. Открой, там еще что-то должно быть. Открывай, да. Да. Там что-то должно быть еще. О, так, это карабины. Ребята, это карабины. Да больше. Ты что-то карабин больше магнита, блин. Блин! Вот такое дело. Это сумочка для магнита. За это дело надо выпить. Да.
сумочка для магнита, и как бы вот он там вроде должен храниться нормально и особо не притягивать ничего. Для магнита, магниты, карабины туда, наверное, да? Или как-то вот что-то. Наверное. Вот такая, значит, специальные перчатки, потому что веревка будет мокрой. Мокрой. И это вот специальные перчатки. Давай, Риш, одевай. Одевай перчатки. А я сейчас как боксер буду. Так. Вот. Вот. Второй одевай, пожалуйста. Ты не перепутал, это не боксерские перчатки случайно, а? Кладоискательница, блин. Как мне одеть-то вторую? Одевай как-нибудь, надо показать людям. Да. То есть, ну да, они грубоватые, но они, видишь, прорезиненные, и руки... Я... Это случайно не для того, чтобы гриф сухими. И руки будут сухими. Вот, это такие, и взял я другие поменьше, они должны быть получше тебе пойти. Да. Так, одевай другие. Вот эти должны получше как-то быть. Они тоже вроде как прорезинены. Поближе. Да, да. То есть какой-то вот на свет. Покажи, пожалуйста. Вот такой какой-то состав. С другой стороны покажи. Тоже обычная ткань. Обычная ткань. Но в основном ладошки. Ты ладошки намыкает, потому что веревку. Ну вот пальцы тянешь. Надо было, конечно, до конца прорезинить. Да, пальцы, конечно, пожалели. Ну, есть как есть, они, собственно говоря, недорогие. Да, ну заказал три пары. Кто третий? Третий подарок, наверное. Ну. А третий это у нас будет помощник по кладоискательству. Да. Вот. А почему я не знаю? Вот я не знаю, это кто. Я не знаю, кто. Нужен кто-то сильный. Ильнар! Да, понятно! Тогда это ему. Ему до его размер, да? Ну, я надеюсь, что с нами кто-то пойдет, но не пойдет, ладно. Да. Вот, все. Теперь, значит, что? Теперь вот. Это все складывается. Теперь вот все. Да. Вот прицепи карабинчик к этому. Кому? К вот этому? Да. Вот, прицепляй карабин. Опа! Вот. И вот это карабинище здоровый. Ну, мы поменьше купим где-нибудь, наверное, здесь карабины крайне неудобно. Вот как с карабином кидать? Он просто присандалится к этому. В общем, карабин зря купили, но благо они недорогие. А я-то я ведь смотрел, понимаю, почему все без карабина. Ребята вот ищут. Наверное, потому что вот поэтому. Я уберу. Вот. Намертво. Ну, а веревка, ну что, веревка? Веревка, она есть. Чего намертво тут? Я не могу его ни туда нести. Так она накосячила уже, ребята. Смотрите, что. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Помогай, хватит, Насадь. Ну, на, держи камеру. На. На, держи. На. Ё-моё, блин. Ничего себе, блин, ты как его... Ты как его сюда запиндюрила, блин? Все. Мертвяцки. Его даже с места не сдвинешь. Ё-моё, блин, все. О, да. Вот, я думаю, карабин это плохая идея. Это очень плохая идея. Ну ладно, карабины, мы же начинаем вот поиски. Да, есть маленькие карабины. Поисковые видосы. Студии. Подводные. Вот. В общем, такой, ребята, вот магнитик специально для мини. Значит, я закажу на неделе еще два магнита. Один на 400 килограмм. Вот, двусторонний. Ты слона поднимать собрался? И один на 700 килограмм. Тоже двусторонний. Вот, они побольше. Вот такие где-то вот. Они побольше. Но чтобы вот Минька начала искать подводные клады для начала, вот ей такой вот пойдет. Вот. Чем те лучше, грузоподъемность, так сказать, если это правильное слово, у них больше и... Все, отдай. А вот этот вот объемчик больше, они больше могут. Клади. Вот. Ну и веревка. Мыло где? Обычное. Я попадаю в это самое, в кадр. Ты как снимаешь-то? Я твои руки снимаю. Обычная веревка. Все.
Вот веревка, 30 метров она. 30 метров веревочка. Все, на камеру, а мне веревку. Вот, вот такие покупки. Значит, все, вся вот эта радость, две веревки, два карабина, магнит на 150 и три пары перчаток и сумочка нам обошлось в 5 с чем-то, с условием доставки, бог сбери вот это. А так вышло на 4600, что ли, что-то где-то так. Ну, я сюда вставлю эту, ну, сделаю ставку. С ценой, где, когда я покупал, я сделал скриншот, уже повторяюсь. Ну все, это был анонс. Ребята, ждите на канале поиск сокровищ подводных. Да. Ура! Клад! Давай вместе. Ура! Клад! Пока!